Всем привет! В общем, собирались мы сегодня в Мостострой. В Мостострой мы в итоге не попали, чтобы переснять видео. Мы попали вот на старые железные дороги. Потом что-нибудь из этого намонтируем. Пока мы идем вдоль железной дороги, я хочу рассказать, что из видео будет впереди. Будет видео про старую водокачку. Она будет выглядеть примерно вот так, как вон та конструкция сзади меня. Соответственно, будет видео про эту конструкцию. Будет видео, где мы были в селе Милиново. Туда я попал вообще стихийно. Даже не собирались и никогда не думали, что попадем в него. Получится так, две части про Милиново. Милиново раньше принадлежало Ермолову. Это я прочитал потом. Кто такой Ермолов? Я думаю, многие наши люди знают, кто изучал историю. Досталось ему это село по официальной истории, как приданое его жены. Там была церковно-приходская школа, каменная церковь. Меня все время интересовал другой вопрос. Вот они решили построить кирпичную. А почему они не построили себе хорошие кирпичные дома, к примеру? А там вокруг такие старинные дома, судя по фотографиям, которые я нашел в интернете. Я видел только один разваливающийся старый дом. В него ходил Дима, Лена, Сережа. Это вы увидите на канале ХЗБ Шоу у Стаса. Что будет еще? Планов пока никаких. Я все пытаюсь добраться до вагонов, которые стоят на старом запасном пути. Мне так до сих пор не судьба. Пока я единственный гуляю вот по старым железным дорогам владимирским, что успешно получается. Что еще сказать? Что сказать? А, самое главное. Миша меня постоянно троллит. И ведь не стесняется все это говорить. А кого мне стесняться? Вот давайте смотреть на вещи реально. Кого мне стесняться? Как лазить, к примеру, упоротым водярой, пьяным в жопу, там, допустим, в рваных джинсах. Никто не стеснялся никогда, да? А вот взять в руки камеру и что-то сказать, почему-то надо стесняться. Я надеюсь, вам слышно это кваканье лягушек. Так, слушай, куда мы пришли? Заброс, как думаешь? А? Я был самым ближайшим на пути. Очень похоже на заброс. Вот так вот. Уж пруд я не пойду с лягушками смотреть. Ну пойдем глянем вон через те ворота, что там.